трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин, водительский стаж 12 лет. Не нарушает. Почти. В ближайшие дни на дорогах центрального региона России ожидается ухудшение дорожной ситуации, что будет вызвано понижением температуры воздуха до отрицательных значений и выпадением снега. Об этом сообщил главный синоптик страны Роман Вильфанд. На вопрос, надо ли менять летнюю резину на зимнюю, он не дал однозначного ответа, отметив лишь, что оптимальный срок для этого – середина октября. С этого времени, напомню, в прошлом году Киров начал обрастать снежными сугробами. Трасса 101. Власти Москвы предложили увеличить с 2 месяцев до 1 года срок давности по нарушениям правил дорожного движения, которые попали в объектив камер фото- и видеофиксации. Глава столичного департамента транспорта Максим Лексутов объяснил это, цитирую, «спецификой привлечения к ответственности владельцев транспортных средств». По его словам, письмо счастья направляется владельцу машины, но он освобождается от наказания, если докажет, что в момент нарушения за рулем находился другой человек. Процедура доказательства нередко затягивается, выходя за рамки сроков давности. Самый покупаемый в России кроссовер Renault Duster получил новую опцию – дистанционный запуск двигателя. Цена вопроса – 4990 рублей. Мотор заводится после нажатия специальной кнопки на ключе в радиусе 200 метров. Дополнительно можно настроить включение обогрева сидений, боковых зеркал, лобового и заднего стекол. Во время дистанционного запуска активирована система защиты от угона. Двигатель заглохнет, если открыть дверь или нажать на педаль, или если попытаться сдвинуть кроссовер с места. Трасса 101. Аналитическое агентство «Автостат» выяснило, какими легковыми машинами россияне интересуются в интернете чаще всего. Учитывалось полное написание марки и модели как на русском, так и на английском языке. Многие пользователи набирали в поисковой строке лишь название модели без указания автомобильного бренда. Такие запросы не учитывались. В результате на первом месте оказался Ford Focus с показателем почти 1 миллион 200 тысяч запросов в месяц. Второе и третье места у Kia Rio и Opel Astra соответственно. В пятерку лидеров также попали Renault Logan и Chevrolet Niva. В тройке аутсайдеров Lada Калина, Toyota Camry и Volkswagen Passat. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.